Привет, друзья! Сегодня я приготовлю еду на 3 дня, и это будет 3 завтрака, 3 основных блюда из мяса, курицы, рыбы и пример одного гарнира. Удобнее всего хранить приготовленную еду в пищевых боксах, и в этом мне помогает торговая марка «Народный продукт». Вся продукция марки выполнена из высококачественного полимерного сырья. Ссылку на сайт я оставила в описании, ну а теперь начнем готовить.